Мы смотрим сейчас на все числа созвездия Дракон, все числовые ряды и воспринимаем сияние, что каждое число – это действие Создателя по организации бесконечного, вечного, счастливого мира. Und wir nehmen, wir schauen jetzt uns alle Zahlen, Sternzahlenreihe des Sternbilds an und nehmen wahr, dass jede Zahl, das ist die Handlung Gottes in Richtung der Organisation der ewigen glücklichen Welt. Мы видим, каждый числовой ряд, это уже его главная функция какая? Каждый ряд, он обеспечивает вечную жизнь всем физических телах во всех временах. Und wir sehen, die Hauptfunktion jeder Zahlenreihe ist die, ist das ewige Leben für alle in den physischen Körpern in allen Zeiten zu gewährleisten. И когда мы смотрим как бы вот на все ряды, мы как бы за рядами, видим Создателя и как он создает реальность. Und wenn wir alle Zahlenreihen betrachten, dann sehen wir hinter den Zahlenreihen den Schöpfer und wie die Realität erschafft. Это восприятие будет очень четким, если мы будем смотреть через полусферу над тремя линзами прибора на числовые ряды. Und diese Wahrnehmung wird ganz klar sein, wenn wir aus der Halbsphäre über den drei Linsen des Geräts auf die Sternzahlen reinschauen. Полусфера над линзами прибора – это информация уже спасенного мира, когда уже всем обеспечена вечная жизнь во всех временах физических телах. Und die Halbsphäre über den drei Linsen, das ist die Information der schon geretteten Welt, da wo das ewige Leben für alle schon gewährleistet ist. И мы с вами как бы в эту позицию встаем. Мы вообще на мир смотрим и обязательно на числовые ряды, как бы из этой полусферы. Мы смотрим из опережения такого, где уже всем обеспечена вечная жизнь. Und wir schauen auf die Sternzahlenreihen aus dieser Halbsphäre, aus so einer Überholung der Zeit, also da, wo das ewige Leben für alle schon gewährleistet ist. Вот у нас числовые ряды, а мы, например, ну, числовые ряды мы воспринимаем из этой сферы. Hier haben wir die Zahlenreihen und die Zahlenreihen nehmen wir aus dieser Sphäre wahr. Мы как бы привыкаем с вами концентрироваться на числовых рядах, выводя свой взгляд из сферы, из полусферы над тремя линзами. Also wir gewöhnen uns daran, uns auf die Zahlenreihen zu konzentrieren, mit dem Blick aus dieser Halbsphäre. И тогда вы заметите, что настолько ясновидение мощно развивается, настолько вы будете очень четко видеть вот сразу все ряды, все числа, видеть Создателя, как он это, Григория Петровича, как он это создал, если взгляд выводить из этой полусферы. Dann könnt ihr alles ganz klar mit dem Hellsehen ganz klar sehen können. Alle Zahlenreihen, alle Zahlen und den Schöpfer, also Grigori Petrovich, der das, wie er das alles erschaffen hat. Итак, мы с вами концентрируемся на числах звезд, на числах созвездия Дракон из полусферы над тремя линзами прибора.
Also wir konzentrieren uns auf den Zahlenreihen des Sternbilds der Drache aus der Halbsphäre über den drei Linsen des Geräts. Размещаем. Взяли эти виды очень четко, как матрицу восприняли. Und wir nehmen diese alle Zahlenreihen wie so eine Matrix wahr, ganz klar in Form von einer Matrix. И размещаем эти числовые ряды там, где электромагнитное поле в приборе. Und platzieren diese Zahlenreihen im elektromagnetischen Feld des Geräts. На внутренней большой линзе. Auf der inneren großen Linse. На маленькой линзе. Auf der kleinen Linse. Konzentrieren на маленькой линзе. Und wir konzentrieren uns auf der kleinen Linse. И как бы наращиваем в маленькой линзе радость за то, что все вопросы решены, и мир спасен. Und ja, spüren in der kleinen Linse eine Freude, die Freude darüber, dass alle Fragen gelöst wurden und die Welt ist gerettet. Как бы накопили необходимый объем радости, счастья всеобщего в маленькой линзе и видим, что управление передвигается на вторую линзу. Und wenn wir also genug Freude angesammelt haben in der kleinen Linse, sehen wir, dass die Steuerung sich zu der zweiten Linse bewegt. А во второй линзе мы видим радость Бога. Мы ему вот эту модель счастливого мира передали, а во второй линзе видим, как Бог возрадовался. Und in der zweiten Linse sehen wir die Freude Gottes. Wir haben jetzt dieses Modell der glücklichen Welt ihm weitergegeben und sehen, wie Gott sich daran freut. Со второй на третью, это мы видим естественный переход, как естественно река бежит, как естественно цветок распускается. Это действие Бога. Und die Bewegung von der zweiten zu der dritten Linse ist ganz natürlich, so natürlich wie ein Fluss fließt, wie eine Blume wächst. Das ist die Handlung Gottes. И когда переходит информация, вот там можно увидеть уже все эти числовые ряды, создатель переводит, их можно увидеть, эту матрицу, в третьей уже линзе. Und all diese Zahlenreihen, also diese Matrix, kann man jetzt in der dritten Linse sehen. А в третьей линзе мы ощущаем радость Бога, когда Он создает мир. Он создает физический мир в радости. От радости Бога, от Его любви создается материальный физический мир. И мы эту реализацию, как информация проходит, ну, становится физической реальностью, и мы это видим в третьей линзе. Und in der dritten Linse sehen wir die Freude Gottes über die Realisation der Welt. Also diese Realisation der Welt sehen wir ja in der dritten Linse. И чувствуем переход в первую линзу. Это линза вечной реализации. Und dann spüren wir den Übergang zu der ersten Linse und das ist die Linse der ewigen Realisation. Мы знаем, нас маленькая линза реализовывает все структуры вечности, проходящие через нее. Wir wissen ja, dass die kleine Linse alle Strukturen der Ewigkeit realisiert, die durch sie durchgehen.